«Успей привиться против гриппа». Очередная мобильная акция пройдет в Крыму 27 сентября. Прививочный пункт откроют на Советской площади в автобусе медслужбы. С 16 до 18 всех желающих смогут бесплатно защитить от вируса. Не забывайте паспорт и полис ОМС. О безопасности. С 24 по 28 сентября во всех школах и детсадах России проходит неделя дорожной безопасности. В программе дополнительные занятия по ПДД. Также педагоги совместно с автоинспекторами выйдут в рейды. Особое внимание будут обращать на поведение детей на дороге. По статистике, в Московской области за 8 месяцев в ДТП погибли 13 подростков и почти 400 детей получили серьезные травмы. О культуре. Впервые в Крыму пройдет кинофестиваль «Висла» в программе «Лучшие польские фильмы последних лет». Стартует кинопоказ 4 октября в МЦ «Стекольный». Подробная афиша фестиваля размещена на официальных городских интернет-ресурсах. Вход на просмотры свободный. О юбилее. Золотая строка вписана в летопись семьи Кулагиных. Коренные клинчане Дмитрий Яковлевич и Нина Михайловна отметили праздничную дату в Клинском бюро ЗАГС. Его сотрудники с особой теплотой поздравили юбиляра. О спорте. В Высоковске на стадионе «Труд» прошел открытый турнир по боксу. На соревнования съехались спортсмены из разных городов. Почти 40 юных боксеров из Москвы, Дубны, Клина, Высоковска, Истры и Долгопрудного. Победу присудили Никите Загису, Ибрагиму Резбекову и Илье Кузнецову.